Беларусь и Чехия – очередной шаг навстречу друг другу. В Минске с визитом находится министр иностранных дел этой европейской страны. Как подчеркнул на встрече с Любомиром Зараликом президент Беларуси, нынешняя ситуация характеризуется налаживанием добрых отношений между европейскими государствами, Беларусью и Чехией прежде всего. Александр Лукашенко особо отметил важную роль Чехии в определении европейской политики. В свою очередь, Любомир Заралик выразил мнение, что настало время начать новую главу в отношениях двух стран. Чехия по объемах экспорта стабильно входит в тридцатку стран основных торговых партнеров Беларуси. В прошлом году в эту страну мы поставили товаров на 123 миллиона долларов. Растет и номенклатура. Так, если в 2009 году в белорусском экспорте было 139 позиций, то в прошлом году эта цифра выросла в два раза. Страны успешно развивают инвестиционное сотрудничество. В Беларуси зарегистрировано 125 предприятий с участием чешского капитала. За прошлый год общий объем инвестиций из Чехии в Беларусь превысил 46 миллионов долларов США. Получили развитие десятки совместных инвестиционных проектов в машиностроении, станкостроении, металлообработке, нефтехимии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Так, только в сфере энергетики страны прорабатывают 15 совместных проектов.